Сладкий привет, мои хорошие детки. Сегодня с вами снова я, Тигра Надя. И сегодня будем делать с вами Artist Trading Card. Это такие вот карточки, которые у нас на YouTube называются просто ласково АТС-очки, АТС, но вообще называется ATC. И расшифровывается как Artist Trading Card. Это значит, что это обменная карточка художника. История таких карточек насчитывает много веков, и в 17 веке это были миниатюрные портреты в основном. И разные импрессионисты обменивались этими карточками, так же как и эти карточки представляли их образцы стиля и техники. Они могли даже такими карточками расплачиваться за еду, проживание, путешествия и так далее. Традицию возродили в 96 году уже нашего времени в Швейцарии. С тех пор проводятся разные выставки, ярмарки, куда приезжают всякие художники, коллекционеры, иллюстраторы и просто люди творческие, которые занимаются вот этими АТС-ками и обмениваются там, и просто вдохновляются, посещают разные вот эти выставки. И также обычные люди могут приходить просто смотреть, выбирать себе и покупать. Основное требование к таким карточкам — это размер. Он должен быть строго 2.5 на 3.5 дюйма или 63 на 89 миллиметров по размеру игральной карты. Материал и техника абсолютно разные. Все, что придет вам в голову, и все, на что годится ваша фантазия. Крабукинги обычно работают с бумагой, да? И поэтому вот карточки, которые я сегодня сделала, они как раз таки из скраб-бумаги. Можно также использовать объемные элементы, как я использовала, кружево и разные пайетки, стразики, камушки. Еще одно правило — это то, что АТС делается только сериями. Не делается одна карточка, две, делается три, либо более. Все карточки должны быть между собой похожи, но все же должны являться уникальными. То есть их должно что-то общее связывать, как, например, у меня фон и какие-то элементы, как крафт-бумага или кружевная салфетка. На обороте каждой карточки строго должно указываться вот такой перечень информации. АТС, автор, потом ваша соцсеть, телефон или какой-то контакт, а также название серии, номер серии и дата, когда была сделана карточка. Существует несколько сайтов, где можно обмениваться такими карточками с другими художниками, иллюстраторами и просто творческими людьми. Я обязательно оставлю вам ссылки внизу, чтобы вы тоже могли пройти, посмотреть. Там очень много разных работ. Также в интернете существует очень много разных блогов от скраперов, которые занимаются такими карточками. Но я вот только начала и думаю, что я буду продолжать, потому что мне безумно понравилось это делать. И сегодня совместно с блогером Анастасией Вайт мы сделали совместную коллаборацию по созданию таких вот карточек. Обязательно проходите на канал Насти, она снимает видео о бумажных письмах, также она создает фолдеры и тоже занимается вот таким вот видом скраббукинга, если можно так назвать. Думаю, вам понравится. Мы очень старались, чтобы вам понравилось, и поэтому, пожалуйста, поддержите нас пальцем вверх, лайком, комментарием, и давайте приступим к созданию таких карточек. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above. Let
Надеюсь, вам было просто, понятно. И надеюсь, что я была полезна. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Не забудьте прийти на канал Насти. Пока-пока.